Доброго времени суток! Будь в курсе плюс – это услуга Билайн, благодаря которой вы всегда узнаете, кто вам звонил, пока ваш телефон находился вне сети или был выключен. Вам придет об этом SMS-уведомление, а сам абонент сможет оставить вам голосовое сообщение. Данная услуга есть у каждого мобильного оператора. Она является очень старой, но несколько лет назад все операторы мобильной связи посчитали, что неплохо бы на этом заработать, поэтому сделали эту услугу платной. У Билайн она называется «Будь в курсе плюс». Абонентская плата за услугу составляет 1,5 рубля в сутки, это около 45 рублей в месяц. За подобную услугу деньги просто огромные. Голосовое сообщение, которое может оставить звонящий абонент, хранится всего одни сутки с момента записи. И это крайне мало, ведь вы можете быть недоступны и более длительный срок. За 1,5 рубля в сутки можно было бы хранить голосовые сообщения дольше. Кстати, прослушивание этих сообщений не бесплатное. Тратятся минуты из пакета или деньги за исходящий вызов при отсутствии на тарифе пакета минут. Прослушать сообщение можно по номеру 0646. Разумеется, не всем по душе такие траты за довольно сомнительную услугу, ведь многие из нас пытаются всегда быть на связи, а в этом случае толка от «Будь в курсе плюс» вообще нет. Отключить услугу можно одним из следующих способов. USSD запрос, звездочка 110, звездочка 1062, решетка. Звонок на номер 0674-01062. Также отключить услугу можно в личном кабинете Билайн или в приложении «Мой Билайн». Если вы решили, что услуга вам все-таки нужна, то можете ее подключить одним из следующих способов. USSD запрос, звездочка 110, звездочка 1061, решетка. Звонок на номер 0674-01061. Также подключение доступно в личном кабинете Билайн или в приложении «Мой Билайн». Лично я считаю, что 1,5 рубля в сутки за подобную услугу – это очень много. А что по этому поводу думаете вы? Пишите в комментариях.